Дорогие друзья, дорогие зрители, я нахожусь сейчас в городе Ульяновск. Здесь очень прохладно, минус 20, а я знаю, что у вас гораздо теплее. И та встреча, которая состоится 2 марта в городе Железноводск, не за горами. До встречи, друзья, обнимаю и идите в кино «О чем говорят мужчины». Продолжение. Е-е-е-е-е. Бам-бам-бам-бам-бам-бам.